Всем привет! Сегодня опять на Березине, опять на этом месте. По дистанции лоули я знаю, расскажу вам, как нахожу точку лоули, как промираюсь в глубину, ну и на каких определенных участках реки я останавливаюсь, потому что много вопросов. Говорят, чтобы монтировал ролики, но это нереально, потому что это хороший кусок времени. Остановимся здесь. Почему именно на этом участке реки остановились? Как видим, оттуда идет поворот, ударяется в этот берег. Здесь пошел ровный прогон. Там опять поворот, поворачивает река туда, опять ударяется. Значит, у нас там яма и там яма. Мы стали между ямами. В любом случае здесь рыба будет ходить туда-сюда. Здесь больше шансов поймать рыбу. Так, по промеру дна. Груз на реке соответствовать, грубо говоря, как это, по течению. Ну, не меньше 100 грамм в любом случае. Здесь я уже знаю все дистанции. Сейчас я поснимаю старые клипсы, которых, конечно, во всех много. И начнем с того берега, протягивать сюда, смотреть, что по рельефу. Сразу просмотрим и рельеф дна, а потом промерим глубину. Так, самого берега не будем, потому что там идет раска, трава. Так что мы сейчас до самой травы. И от травы начнем протягивать грузик. Будем смотреть, что на дне. Ставим первую клипсу. Вот, четко видно, что грузик упал прямо на краю травы. Погнали, протягиваем. Смотрим, идет мелкая ракушка. Слой травы такой хороший. Опять пошли камни, не то ракушка. Оп, пошел свал. Чувствуется, шло, так более грубо. Блин, комары эти. Стучала ракушка, и потом резко груз 100 грамм аж пошел сам вниз. Это свал в русло. Вот он упал. Идет опять по руслу. Идем. Дно везде одинаковое, везде стучит. Везде камни или ракушка. Дно хорошее, твердое. Русло тоже без травы. То попрямую. Сейчас кидаем правей. Делаем то же самое. Потом левее. Делаем то же самое, чтобы нам проверить на данном участке реки, нет ли каких-нибудь изменений глобальных таких. Может, ямка там правее или левее, если какая-нибудь. Угу. Все то же самое. Полторается. Ну и левей проделаем ту же самую работу. Левей трава ближе, усадил самую траву. Вот так вот, да. Ну что ты, ну. Вырвали.
Так, ладно, погнали. Все то же самое, как и везде. Никаких глобальных изменений нету. Все одинаково. Хорошо. Начинаем промираться. Сейчас у нас стоит клипса, кидаем клипсу. Как только груз ударяется об воду, мы считаем по секунду, не по секунду, а у кого какой быстрый счет имеется. Кто как умеет считать быстро, максимально. Пока не отыграя кончик. Пока не достигнет груз дна. Нормально. Раз. Полметра. Протягиваем метр. Ставим клипс. Опять кидаем в клипсу и считаем сразу же. Почти два. Так что резких нету. Эту клипсу снял, потому что одинаковая глубина. Еще протягиваем метра полтора, можно два. Ставим клипсу. То же самое. Вот мы на глаз уже видим, что метра 4 от той травы, мы как протянули, идет ровно стол. Протягиваем пару метров, ставим опять клипсу. Опять туда. Теперь до трех. Значит, у нас метр 4 шло ровно дно, ровненький стол. Сейчас пошел свал. Эту клипсу оставляем. А-та-та-та-та-та-та. Поспешил, ладно. Протягиваем пару метров. Она чувствуется вот уже. Груз сам аж летит вниз. Оп, уперся. Уперся, значит, мы уже в русле. Сейчас посмотрим, какое у нас соотношение верхнего стола с русловой ямой, грубо говоря, с руслом самим. Там у нас грузик на раз падал 100 грамм. На 5. 4. На счет 4. Грузик 100 грамм. Это примерно метр 2,5 по 3. Давайте еще протянем. Такое почувствую, как будто еще ниже идет. Или очень легко идет. 5 клипсов. Не забываем, что у нас груз уже под берегом. Чтобы резко не замахнуться. Не оторвать плетенку. Бросаем. 8. Так что у нас метра. Пошел плавный свал. А значит сюда под ноги. Метр еще протянем. О! Ставим. Так. Липса.
Да, бывает такое. Ровно. То есть как оно упало на 8. Пошло ровно русло. Русло у нас здесь под ногами. Так, и в данном случае, как бы я стал? Я, допустим, в русле становиться не рекомендую. Потому что самая выгодная точка у нас будет там, где счет вот на один перед самым свалом. Буквально метр отступаем от этого места, как уже пошло на русло, на свал туда. Становимся на верхней точке русла. Короче, сейчас я положу. На верхней точке вот тут становимся. Вот он пошел свал. Здесь становимся и ловим. Почему именно здесь? Здесь мы будем кормить. Здесь мы соберем рыбу с верхних слоев, которая будет идти по руслу. И заодно соберем рыбу, которая будет идти в русле. Она по-любому, корм будет смываться в русло с этого стола. И рыба поднимется за нашим кормом наверх. Так что, как-то так. Будут еще какие вопросы, пишите, попробуем разобрать. Совсем не хвоста, подписываемся на канал.